Кукуруза на 72 диода. При частоте 60 кадров мерцания вообще не видно. Но светит она каким-то вот непонятным светом, то ли желто-зеленоватым какой-то, ну такой оттенок вот дает. Вот руки какого цвета, хотя на видеокамере вроде нормально цвета, а для глаз такое впечатление, что как бы загорелые руки или что-то такого. Как после солярия. Так, вот эта кукуруза на 72 диода. Ну, так как-то светится крайне непонятно, я бы сказал бы, что вот. Вот она вот сейчас вот такое вот свечение дает, какое-то зеленоватое, что ли. Ну, так кажется. Наверное, лучше брать не теплый цвет, а все-таки холодный белый. Оно поярче будет. И получается, а вот светится вот так вот кукурузки. Правда, вот они мерцают на 32 диода той же конторы. Как по мне, то почему-то на 32 светится как-то поярче. Они 12-ваттные, а это, наверное, должна быть, не знаю, сколько там ватт. Вот тут так, тут такой цвет дает. Вот резкость мы наводим непосредственно на лампу. Вот так вот она светится. Ну и здесь вот непосредственно на лампу. Вот так вот она светится. Вот. Одна она светится. Зато упаковано хорошо довольно таки. Вот получается, что тут написано. Так, Е27, 72 диода, 220 вольт. Сколько ватт, не знаю, надо посмотреть по справочнику будет у этого производителя. Но зато стабилизация в ней точно есть. Вот в коробочке она такой идет. Тоже написано 72 диода, вот warm white, наверное, лучше брать просто white, 220 вольт, Е27, а ватты никто не пишет, хотя я те тоже маленькие заказывал на, получается, вот warm white, ну, может быть, или warm white, как он там правильно читается, но получается, что, может, пришли эти, потому что там не было ничего. Да поэтому мне кажется, что они ярче светят. Ну, еще вот такой вот, непосредственно в коробочке, такой мягенькой штучке, сама лампочка идет. Вот так вот она упакована. Так, ну, вот тут у меня временное освещение, так что можно даже замерить, сколько оно кушает. Кушает вот она, получается, 0,013 14 амперы. Ну, надо пересчитать, сколько это получается в ваттах. Так, в ваттах это получится 220. Ну, вот там может чуть меньше быть, может чуть больше, это уже такое дело. Умножаем на 0,014 было, да, максимальное значение. Амперы равняется 3 ватта. Реально она потребляет. Ну, что ж поделаешь тогда, так она и светит. Ярче она не может светить просто. Надо брать, получается, не на 3 ватта реальных, а
Хотя бы на 10, тогда будет светить поярче, скажем так. Вот такая вот получается на 15 ватт тут написано. Но там мало светодиодов снизу. Вот здесь вот только она там мерцает. Хотя если издалека, то и не мерцает. Вот. Она есть 0,84 амперы. Сейчас посчитаем, сколько это ватт. Так, 0,84 умножаем на 220. 18,48. То есть, а там написано 15. Так, и вот такая вот лампочка. Сложно на нее навести резкость, она моргает. В принципе, ее можно разобрать и доделать, чтобы она не моргала, там без проблем. Можно вообще перевести на постоянное напряжение, и ничего там моргать не будет. Но факт, что она светит где-то как 150 ватт лампочка обычная, накаливание, может даже чуть больше. Ну, хорошо светит, вот, то есть одна такая лампочка освещает хорошо, получается, помещение на 9 квадратных метров. Получается, и кушает она, я вот померил, 0,142 амперы. Сейчас посчитаем, сколько это ватт получается. Так, считаем 0,142, умножаем опять же на 220, 31 ватт. Вот так вот. А светит на 150, это 100%. То есть, либо эта лампочка первая, самая пришла бракованная, что она так мало кушает. Вот, потому что более-менее все соответствуют своим надписям на корпусе. А это, к сожалению, но пока не соответствует. Сейчас еще одну посмотрим. Вот еще вот такая вот есть на пару диодов. Сейчас померим, сколько она кушает. Включил лампочку эту, которая слабо якобы светит. Ну, слабее, чем вот это. Кстати, тоже рожь тут. Все такое. 17-11 я ее поставил. Чтобы она светила. Пока еще светит. Так, и померяю, сколько она потребляет. Вот, мы видим 0,049 ампер. Смотрим. Так. 0,049 ампер. Умножаем. 10 ватт. Сколько она там, насколько рассчитана, я не помню. Насколько я ее брал. Ну, 10 ватт она есть. Светит, конечно, она слабее, чем на 40 ватт. Сейчас посмотрим, что будет с этой. Так, это, как видно, светит куда ярче. Ну и так далее. Она на 36 диодов и на 12 ватт я ее покупал. Теплый белый свет от нее. Кушает 0,036, точнее. Смотрим. 0,036 умножаем на 220. 7,92 кушает. Что это нам говорит? Ну, меньше, чем заявлено. Заявлено 12,792. Ну, 8 ватт. То есть на 4 ватта меньше. Но светит она как 40-ушка. Ориентировочно. Как на 40 ватт от накаливания. Вот эти две лампочки сейчас светятся. 36 диодов и 72 диода. 72 диода. Сколько же она там ватт, не знаю, должна быть. Это 12-ваттная. Но судя по всему, вот это вот светится ярче. Смотрим по потреблению. По потреблению у нас 0,22. Еще раз мы ее перемерили.
Не помню, сколько там уже было, но здесь 0,22. Вот. Это максимальное. Точнее, 0,022. Считаю. Это у нас 8 ватт есть, то что на 12 диодов, это 0,022, умножаем на 220, равняется 5 ватт. Конечно, она ярче светить не может, но она должна быть где-то ватт на 15, которую я заказывал. Можем, в принципе, посмотреть. Попробовать, если получится. Так, надо сориентироваться, как это быстро делать. Мои заказы, ожидание отправки, ожидание платежа, ожидание подтверждения, да? Смотрим. Заказывал я ее одну штуку. Так, сколько? 12 ватт. Я 27. Так, это не то. Посмотрим, это она или не она. Чего тут заказывал? Восемьдесят один, тут 48, 72 диода есть, в принципе. Что они там по ваттам пишут? Что 72 диода с 10 ватт. Фигушки. 5. Так, а здесь что? Семьдесят два диода. Семьдесят два диода, 10 ватт. Да, да, нету там 10 ватт. Да, он схемка там стабильно светит. Ну вот в коробочке в такой же пришло. Вот 72 диода, но, к сожалению, она не светит на эту мощность. Так, вот еще, наверное, какие-то заказывал, но это другие. Получается, у меня зелененькая вот эта, короче, вот штучкой, вот, вот она. Получается, ни хрена она 10 ватт не кушает, либо там чего-то, соответственно, и светит, потому слабее, потому что это, сколько мы там посчитали, 8, да? А это всего 5 кушает, как она может сильнее светить? Так что, либо брачок, либо что-то китайцы намудрили. Так, вот тут вот написано 227, 72 диода, на люмины. Так, а где ж тут по ваттам есть, интересно, какая-то у них характеристика. Нету. Короче, ничего не написано. Ну, по паспортным данным она потребляет реально меньше. Вот, по вот этим. Ну, 8 ватт, сколько там, 1800, тут 2, с чем-то должно быть 30. Так что вот такая вот Селеви китайская. Вот, кстати, когда она прогреется,
получается, чуть поработает, она еще меньше, она не 0,022, а 0,015 вообще есть, то есть ее, грубо говоря, потребление, можно сказать, упало с почти 5 ватт до 0,015 умножить на 220 равняется до 3,3 ватт. Вот так вот. Ну, сейчас попробуем здесь. Упало ли потребление? Ноль тридцать четыре. Пересчитываем. Сорок восемь. Ну, приблизительно тех же 8 ватт и осталось там. Чуть-чуть. На 0,3 ватта упал при прогреве. Вот так вот будем предъявлять продавцу.